Всем привет! Меня зовут Алексей Вильнюсов, я трейдер, инвестор и предприниматель. Я веду свой канал на YouTube, нас уже 200 тысяч. На своем канале я рассказываю и показываю, как я зарабатываю, а также выкладываю видео из своих путешествий. Подпишись на канал и зарабатывай вместе со мной. Поснимать, как грузится машина. А сколько ждать примерно? Сударь, не заедь, не услышал. Сколько ждать примерно? Вот это я не готов ответить. У нас два эвакуатора на весь район. И сколько, я не знаю, не готов ответить. Спасибо, ребята, вам с удовольствием смотрю ваши клипы. Как вы. Молодцы просто, молодцы. Надо ваше, я за ваше движение. Девушка, вы машину вторым рядом оставили? Вторым рядом оставили. Как люди выезжать будут? А если у них телефон сел? Я вам предлагаю пройти к Смольному собору. Давайте, пройдитесь. Нет, а что нам? Зачем? Вам нам не надо. И предлагаю нашему... Вот представьте, я вам сейчас объясняю. Вот мой автомобиль стоит. Я пришел сюда. У вас есть свободное время? Я пришел сюда. Я хочу выехать. Как я могу выехать? Как я могу выехать? Вы объясните, как я могу выехать отсюда? Вы можете объяснить, свой автомобиль оставили вторым рядом? Вы можете перепарковать автомобиль? Я со своим ребенком. Городским властям, пожалуйста. Я понял. Ребят, девушка не хочет перепарковать свой автомобиль. Наклейте, пожалуйста, наклейку. Только не надо мне. Портить стекло вам не будем. Ни в коем случае. В каком случае? Нет, в частную собственность мы не знаем. Мы только клеим вам наклеечку. Снимите маску, я хочу... Заявление в полицию. Заявление в полицию, да. Вы можете сделать, когда вы вызовете сотрудников полиции, а и тогда можете написать на меня заявление. На вас, конечно. Давайте. А вам лицо мое нужно? Да, пожалуйста, хорошо. Вот. Так лучше? Здравствуйте. А теперь, пожалуйста, на камеру мне скажите. На камеру вам ничего не буду говорить. Ну, зачем? Я должна вот этим вот заниматься, да? А вы считаете, другие должны вас объезжать? Потому что вам здесь нужно? А вы считаете, да? Вот я должна... Вот вы считаете так. Вы считаете себя умнее других, лучше? Я кто-то здесь ездит кругами, ищет парковочное место, чтобы встать по правилам. А вы можете просто вот так вот встать на дороге и все. Так встречайте там, где это положено. Встречайте там, где это положено. Вы не можете стоять вторым рядом. Вы нарушаете правила парковки. Я сделал то, что я показал людям, то, что вы хам. Понимаете? Я нет нисколько. Я никому не хамил. Я это сделал. Да. Я не схамлю вам нисколько. Нет. Я обозначил вас, то, что вы хам. Девушка на меня замахнулась. У нас все снято. У нас все снято. Никто на вас не замахивался. Ну, давайте, снимайте дальше. И вы считаете, что вы не хам? Нет, нисколько. Я вам чем-то нахамил? Давайте наклейку, пожалуйста, вот этому автомобилю. Ребят, наклейте вот этому. А можно мне вашу фамилию? Я просто хочу на вас заявление написать. Вы можете вызвать сотрудников полиции. Я сейчас не могу это сделать, потому что я должна встречаться. Вы... Ну, извините, это ваши проблемы, понимаете? Я не могу вам облегчать жизнь. Я вам не могу облегчать жизнь. Я плачу налоги и облегчаю такие. Я такие же налоги плачу. Вы такие налоги не платите, если вы вот этим вот занимаетесь, понимаете? Чем? Вы бы лучше пошли и вот это время потратили на то, чтобы городские власти... Так потратьте. Обеспечили парковку. Потратьте. Вот. Потратьте свое время, это вам нужно. Я нахожу парковку, чтобы припарковаться, понимаете? В чем разница? Вы не находите, а я нахожу. Не буду незнакомым людям говорить свои данные, понимаете? Вызовите сотрудников полиции. Вызовите. Вам нужно сейчас. Вызовите. Я не могу просто тратить. Понимаете, если я буду сейчас тратить время на то, чтобы вызывать... Клейте наклейку? Да. Готовы? У меня не будет времени зарабатывать деньги, чтобы налоги платить. Чтобы ремонтировать дороги. Чтобы такие, как вы, лечились бесплатно. Угу. То есть вы считаете, да? То есть вы считаете, то, что вот это все делаете и можете себе позволить мешать другим парковаться вторым рядом. Я правильно вас понимаю? Вы меня попросили выйти из машины. Я вышла. Я не попросил вас выйти из машины. Вы подошли ко мне. Вы уже вышли из машины. А что кверт ногами наклеил-то? Ты меня сейчас увидишь, потому что здесь очень невоспитанные люди. Я надеюсь, что ты когда их увидишь, ты больше жизни не сдержишь. Да, надеюсь, она не будет парковаться вторым рядом. Я надеюсь, что она вообще даже с вами не будет связана. Что, идем дальше? Вы Мы знаем. Я вас понял. До свидания.
того, чтобы потратить сейчас время на работу и зарабатывать для своей семьи? Мне хватает, поверьте, мне хватает. Я просто хочу, чтобы такие люди перестали так парковаться. Может, это будет для вас хоть каким-то уроком. В следующий раз вы так не встанете. А встанете в следующий раз, мы наклеим еще раз. Я специально узнаю, где вы паркуете машину, и встану так. Хорошо. Здравствуйте. Вторым рядом, к сожалению, припаркованы. Можете отъехать? Что на каком основании? Отъехать? На каком основании вы стоите вторым рядом? Мешаете движению? Я обычный гражданин. Человек, которому мне все равно. Вы стоите, мешаете другим автомобилистам ехать здесь, понимаете? Вы можете перепарковать автомобиль? У меня вопросы закончились. Вы отъезжаете или нет? Вопросы у вас закончились. Вы отъезжаете или нет? У меня один вопрос. Кто такой? Вы отъезжаете или нет? Я вас понял. Наклейка, пожалуйста. Это наклейка. Девушки, добрый день. Ваш автомобиль? Да. На пешеходном переходе стоите. Сейчас уберем, 3 минуты. Будьте добры, прямо сейчас, потому что машины выезжают, не видят за вами пешеходов. Добрый день. А вас не смущает, что на полосе движения стоите? Пешочком? Что? Здравствуйте, общественное движение Стопхам СПБ. А вы знаете, что вы нарушаете пункт 12.2 правил дорожного движения? Клиент попросил здесь подождать. Найдите другое место, которое не противоречит правилам парковки. Ну верните кружок. Где? Подскажите. По району сделайте кружок. Подскажите. По району кружок сделайте. Понимаете, вы создаете помеху для движения других транспортных средств. Вон другим тоже скажите то самое. Подойду к другим, я с вас начал. Если подойдет, я уеду. Я же сижу в машине. Если я кому-то буду мешать, я отъеду. Я сейчас смотрел, как машина из-за вас стояла, пропускала оттуда автомобиль, чтобы разъехаться. Хотя должна ехать спокойно. Да? Да. Вы уберете автомобиль? Нет, подойдет, я уеду. Я сейчас вам наклейку наклею на лобовое стекло. Попробуй. Что, делать нечего? Я вас по-хорошему попросил. Кто такой, чтоб меня попросил? Я житель города Санкт-Петербург, как вы кто? Ты ДПСник, что ли, или кто ты? Я житель города Санкт-Петербург, еще раз вам повторяю, а кто вы такой? Кто вам дает право стоять вторым рядом? Я на аварийке стою. И что? И что? Вон люди тоже стоят. Сейчас я к ним подойду теперь. Вы свое получили, можете стоять дальше. А что вы окошко-то опускаете? Давай сейчас подойдем туда. Если он не уедет, вторую получит. Да? Подъезжать к назначенному времени, а не стоять ждать. Так. Стоять вторым рядом запрещено. Создаются помехи для движения. Вот смотрите, за ним стоят автомобили другие. Они вынуждены стоять, хотя могли ехать спокойно. А вот где я должен стать? Сделать круг. Нет пассажиров. Еще круг по району сделать. Обычно. Вы не знаете, что такое круг? Почитайте геометрию. Там вам скажут, что такое круг. Не, не мой. Наклеивай. Спасибо, что разрешили. Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот знак висит, он вам знаком? Да. Что он обозначает, не подскажете? Остановка запрещена. Какой логический вывод отсюда? Что стоять здесь нельзя. Понимаете, здесь образуется пробочка. В два ряда машины ехали бы гораздо быстрее. Можно вас попросить перепарковаться? Вы ко всем по очереди будете так подходить? Да, конечно. А, стоп-хам! Абсолютно верно. Наклейку наклеите? Ну, нам бы хотелось обойтись без этого, если честно. Не, а есть вообще наклейки? Наклейки есть, конечно. Дайте мне наклейку, я отъеду. Шантаж? Нет, шантаж, боюсь, не прокатит. Ну, будьте добры, ответьте, пожалуйста. Да ладно, слушайте, ну что, вам жалко наклейку, что ли, дайте? Как слушайте, у нас их немного, я вам честно могу сказать, и они денег стоят. Нам бы хотелось все-таки договариваться с людьми по-человечески, без экстренных мер.
Без наклеек, без вызова полиции и так далее. Так будьте вы же понимаете, что я сейчас отъеду, вы уйдете, я назад сюда вернусь. Но... А мы здесь будем долго гулять. Слушайте, ну дайте наклейку. Ну что, вам жалко, что ли? Круто же. Нам не я жалко, просто мы ее дарим только хамам. Блин, понимаете? Ну я хам, реально хам. Не убедили. Добрый день. Небольшой социологический опрос. Не подскажете, что вот этот знак обозначает? Остановка запрещена. Скажите, почему вы здесь остановились? Человека высадил, денежку снять. Сейчас он вернется, я уеду. Можно вас попросить отъехать? Он вернется, я уеду. Ну, он может вернуться через 5 минут, через 10, через 20. Нет, все нет. Это время вас будут объезжать, понимаете? Нет, через 5 минут. Я понимаю, но это, за эти 5 минут можно отъехать и встать там, где это не запрещено и никому не помешает. Здесь две полосы, центр города. В итоге едет только одна полоса. Хорошо, я сейчас отъеду. Добрый вечер. Добрый. Вы, наверное, перепутали. Я дом не могу найти. Какой вам дом нужен? Дачный. А? Дачный дом надо. Это какой такой дом? Это не дачный, что ли? Дачный. Алло? А, дачный. Дачный проспект. Какой номер дома? Какой? 9. 9? Да. Не знаю, к сожалению. 26-й дом, 28-й дом. Вот ищу. Но а вы в курсе, что вы ищете на тротуаре дом? Я только что во двор вышел, хочу во двор зайти. Не, вот здесь тротуар как бы. Ну, здесь не запрещено, чтобы запрещен. Выйти во двор зайти. Нет, по тротуару вообще запрещена езда. Почему? Как почему? Ну нельзя ездить в Российской Федерации по тротуару. По прямой пройти нету дороги. Там? За домами есть. Да. Где? Вот здесь за домами есть. Можете сидеть, я буду показать. Да я только что приехал оттуда. Вот из-за этого дома, из-за 26-го дома я только что приехал. Отсюда вы пришли? Да. Там прикрыто, нету дороги. Как нет дороги? Есть дорога. И машина ходит, как это так? Нет, здесь не ходят машины и не ездят, здесь пешеходы ходят. Тогда я сюда зайду? Нет. Ну, там пешеход стоит. А вы пешеход стоит? Вот стоит пешеход прямо перед я вашей машиной. Я говорю, во двор. Не, да. Задним ходом назад возвращайтесь. Здесь... Не, вот не... А смотрите, вперед поедет, там пешеход стоит, будете его давить. Какой пешеход стоит? Вот смотри. Пешеходный переход есть, что ли, здесь? А, это тротуар, объясняю, люди ходят тут пешочком. Добрый вечер. Здравствуйте. На тротуаре поставили машину свою. Дайте я во двор заеду. В смысле? Поедем, и чего? Поедем, так во двор по проезжей части же может заехать? Все, обалдели, ребята. А вы не умеете, что ли? Нет, не умею. Вы стоите вот здесь, даже мешаете людям пройти. Мы людям не мешаем пройти. Мы стоим в стороночке. Вы мешаете людям заезжать во двор домой к себе. Так у вас есть заезд во двор? Нет. Почему я должен стоять в пробке, если я еду, например, а на стаче? Почему вы... А почему вы задаете этот вопрос мне как пешеходу? Вот я вам объясняю. Вы здесь встали, мешаете заехать во двор. Правильно? На тротуаре пешеходы встали и мешают вам заехать. Вы стоите, это не пешеходный тротуар. А что же это тогда такое? Не будете удалять, да? Нет. Наклею наклеечку? Все, наклеить. Хорошо. Будут у вас дети? Да есть у меня дети, есть у меня дочка. Езжу, я работаю на машине, я езжу с 8 до 6. В чем проблема? Вы будете убирать машину? Не будем убирать машину, сколько раз. Добрый день, девушка. А вы на тротуаре встали. Не беспокоит вас? Сдайте, пожалуйста, назад. Хорошо, сейчас сдам. Если вы сейчас не сдадите, я наклею вам наклейку. Я на вас куда подам, что? Подавайте. Подержите. Здравствуйте. Вы на тротуар заехали. А вы в Яндекс.Навигатор обратитесь. Но надо же думать головой, а не Яндекс.Навигатором, правильно ведь? Слушайте, я думаю головой. Ну, и видите, конструктивно выделенный тротуар. Вы же автомобилист, вы должны это знать. Я не знаю, я здесь первый раз. Но правила дорожного движения везде одинаковые, а не по районам, правильно ведь?